Которая готовится к стартам на будущее, запланировано проведение этапа Центральной Европы, которая состоится 12 сентября этого года на этой же трассе. Так что любители мотоспорта будут в ожидании еще одного крупного мероприятия, которое пройдет на популярной трассе Спиноса. Господин Брюхов, Головичкин Виктор Михайлович, мы вас ждем на открытии соревнований. Итак, уважаемые спортсмены, встанись! Война! Слово для приветствия предоставляется генеральному секретарю Федерации мотоспорта Молдовы Александру Брюхову. Здравствуйте, спортсмены и гости, и зрители. Хочу вас поздравить со вторым этапом чемпионата Республики Молдова, пожелать вам счастливых стартов и счастливых финишей. Железку, Степан, поаккуратнее, здесь ехать надо, все, чтобы было красиво. Счастливых финишов! Для поднятия флага второго этапа чемпионата Молдовы по мотокроссу приглашаются наши ветераны и спортсмены Дунович, Фурманов, Молчан. К флагу, пожалуйста, шагом марш! Поаплодируем нашим ветеранам, которые продвигают мотоспорт. Внимание, спортсмены, равнение на флаг. Флаг соревнований поднять. Я уплатил. Почти никто не уплатил. Все рычаги у меня. Предупреждаю. Я датчик включаю и выключаю.
можете проехать всю гонку, но если я его не включаю, проехали зря. Даже если выиграл, все равно ноль. Вопросы есть? Нету. Сейчас по одному, строим, с деньгами в зубах, подходите к вагончику. Туда никто не заходит, называйте фамилию. Оставим мой. Ну я хочу сказать другое, а наш, я уже ехал по Болгарии, каждые 50-100 километров стоит указатель, вот окрос, вот окрос, вот окрос, и плакаты стоят.
сейчас сразу даем старт? А? Сразу старт? Сейчас будут старт. Вот смотри, я тебе покажу.
сети. Пока. Я не стал ездить.